Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 10 июля 2021 года. Вот наша клумбочка на улице, за двором. Лилии доцветают. У нас произошло ЧП. С 8 на 9 июля 2021 года. Вечернее время. Группа молодых лиц порвала наши лилии. Смотри. Порвала наши лилии красивые. Вот. И лилии были разбросаны по всей улице. Вот. Смотри. Но это полностью, этот угол был вырван. Много лилий порвали. Нас сильно обидели. Во главе группы лиц была наша печенежская жительница, которой 14 лет, Даша Иванишина. Они варварским путем порвали наши лилии. Я не буду называть пофамильно, кто был еще с Дашей. Пускай у этих играет совесть. Бессовестные. Вот и все я скажу. Вот за этого нам придется выкапывать все наши лилии и убирать с клумбы. Мы были у родителей Даши Иванишиной, то есть у мамы Людмилы Иванишиной, или ткач Людмилы, как ее еще, я не знаю, которая сказала, что Даши дома нет, и где она, не знает. У Людмилы Иванишиной никакого контроля над детьми. Никакого. Дети, где хочу, там и гуляю. Что хочу, то и делаю. Вот так и получается, что Даша Иванишина своими друзьями пришли ночью и порвали наши красивые лилии. Даша, да приди ж ты, пришла бы ты к нам. Попросила у жены семена, попросила луковиц, она бы тебе дала. Сажай, выращивай. И что хочешь с цветами, то и делай. Не надо так делать. Не надо рвать чужие лилии. Не надо. У вас, Даша, на огороде бурьян, возле двора бурьян. Вы просто не хотите работать с землей. Вам легче всего прийти и обидеть стариков, порвать лилии, порвать цветы. Даша Иванишина, так не делай больше. К нам не приходи в гости. Никогда. Вот такую красоту нам у нас порвали. А ведь лилии были вот здесь и здесь. Были вот такие лилии.
Вот такие красивые лилии. Желтые лилии были. Порвали. Порвали. Варвары. Но здесь они укололись. Здесь посажено растение колючее. Здесь они укололись. А на клумбе могли поранить себе ноги, руки. Здесь много растет кактусов. И не лечебных. Ладно, все. Ну все, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Это крик души о том, что у нас порвали лилии красивые. Как больно. Сделали больно. Ведь лилии посажены для всех. Для красоты. Чтобы все любовались этой красотой. Ладно, все. Пока-пока, ребята. Не буду больше.